Глава региона Виктор Томенко сегодня проведет совещание о прохождении отопительного сезона в Барнауле. Речь пойдет в том числе о перспективах развития коммунального хозяйства. Поводом послужили участившиеся с начала года порывы на теплосетях. К примеру, накануне в Барнауле без воды полдня оставались 24 детских сада, 13 школ и несколько тысяч жителей. Полностью водоснабжение удалось восстановить лишь к вечеру. Всего же с начала года в Барнауле произошло около 30 порывов, что привлекло внимание прокуратуры. Планируется, что сегодня на совещании в правительстве будут присутствовать представители ресурсоснабжающих организаций и власти города и края. Напомним, ранее Виктор Томенко отмечал, что для повышения надежности работы тепловых и водопроводных сетей нужно провести аудит и определить фактическое состояние сетевого хозяйства. Власти города, в свою очередь, заявляли об изменении графика проведения ремонта. В план первоочередных работ будут включены участки, которые вызвали наибольшее недовольство в этом году.